Настала пора школьных каникул. В это время большое количество детей остается дома одни, дожидаясь родителей с работы. По словам экспертов, ежегодно в период осенних каникул фиксируется рост чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, где участвуют несовершеннолетние. Сотрудники МЧС России советуют проводить информационные беседы с домочадцами на тему, как необходимо вести себя дома без родителей и что делать в опасной ситуации. Необходимо провести дополнительные беседы с домочадцами, которые по различным причинам могут остаться одни дома в период каникул. На видном месте разместить телефоны экстренных служб, родителей, родственников, а также адрес квартиры и ключи от входной двери. Также детям необходимо показать, как открывать входную дверь и разъяснить, что в случае пожара необходимо набрать на телефоне номер экстренной службы 111 или 112, назвав адрес и происходящую ситуацию вокруг.